Потери, которые несет государство из-за нарушений прав на интеллектуальную собственность, растут с каждым годом. Если в 2012-м саратовская таможня задержала почти 25 тысяч единиц контрафактной продукции, то в 2013-м 30, а в этом году уже 40 тысяч. Об этом говорили в Саратовской государственной юридической академии на международной конференции. Представители антимонопольных служб обсуждали методы борьбы с незаконным использованием интеллектуальной деятельности и недобросовестной конкуренцией. На сегодняшний момент вопрос интеллектуальной деятельности приобретает очень большое значение в связи с тем, что вопросы конкуренции, добросовестная конкуренция, выходит на первый план с учетом меняющихся наших реалий действительности. Впервые у нас участвует представитель Евразийской экономической комиссии, которая является наднациональным органом и занимается вопросами недобросовестной конкуренции в том числе. Собравшиеся обсудили возможные законодательные поправки, которые помогут эффективнее бороться с недобросовестной конкуренцией. Мероприятие на базе юридической академии проходит уже в третий раз. По словам руководства вуза, выбор площадки не случайен. Два года назад в академии был создан центр по подготовке специалистов по конкурентному праву и закупкам. А в этом году принято решение открыть базовую кафедру Саратовского управления Федеральной антимонопольной службы – кафедру конкурентного права. Все сейчас разработки, которые в этом направлении делаются, они очень важны как и для самой службы, так и для нас, потому что в них участвуют студенты, преподаватели нашей академии. И у нас есть уже даже результаты, поскольку вот в последнее время 15 человек наших выпускников, они были трудоустроены, пришли на работу в антимонопольную службу. И сейчас некоторые даже работают уже заместителями и руководителями служб региональных.